think the girls with their nails done now. Всем доброе утро, ребят. Ну что, проснулся, добрался до компа после вчерашнего плейтейл-свипера. Поехали, посмотрим, что тут у нас на русском сегодня добавили. Вот такое вот дерево. И если, ну я не знаю, кто смотрит, не смотрит, английский сервер. Я там часто показываю дерево, да, я бегал в него, смотрел. Некоторые плюхи на русском занижены. И занижены они по одной простой причине. Из-за того, что... Так, сейчас я заберу. Нахрена я это собираю вообще? Нахрена оно мне надо? Плюхи у нас занижены из-за того, что на русском донат дешевле в два раза. Некоторые вот сейчас итемы, да, если бесплатно сбросим. Например, ну то есть итемы-расходники, не расходники, а, например, предметы, да, карта, то есть выгодно брать пыльца, у меня там 50, на этом 60, ну то есть некоторые плюхи-расходники, вот камешки, например, вот эти тоже там 1000, здесь 600, карты сменки там 10 штук, здесь 5, там 300 расходников, здесь 150, то есть две карты, здесь одна карта, расходники реально занижены в два раза, то есть это говорит о том, что они как бы привязывают, ну, мое предположение такое, что они это делают за счет привязки того, что на русском сервере донат, ну, фактически в два раза дешевле. У меня 100 баксов, здесь чуть-чуть больше 50 баксов. Ну, если брать по курсу, допустим, на английском сервере большой пакет, но у нас тут его нету. Сегодня нету большого пакета, сейчас зайдем через самоцветы. Так, где там у нас магазин, сокровища. Вот, 1566 большой. Это 16800 на английском, 2700. То есть фактически на английском чуть-чуть больше получается, чем два, ну, точнее меньше чуть-чуть, чем два раза. Вот, соответственно, они так и делят эти плюхи в некоторых ивентах. Так, что у нас есть? Пират. Это, блядь, как понять? 10... А, все нормально, думаю, что за фигня. Цифры накинуты. Так, ну, пират на русском, как обычно, ни о чем. По сравнению с другими серваками, это... Не знаю, в каком году поменяют. Так, дерево, фонтан разобрали. Больше ничего, что-то сегодня уныло все. Ну, пятница. Оно так всегда. Поехали на немку. Мне интересно, что сейчас на немке. Как раз акции обновились. Посмотрим, что у нас интересного есть на немке. То есть, таким образом, на русском сервере просто тупо плюхи режутся в два раза из-за того, что на русском сервере, ну, относительно вы получаете больше самоцветов за меньше денег. Так, 11 день. Вот так вот, две сумки зефира, ребятушки, на халяву. Так, ну я тут вообще ничего не делаю. Надо задание выполнять, найти итемы. Ну, я думаю, многие из вас выполняют. Так, орбы, базар пакет. Это новые акции, сейчас пересмотрим их. Вот это вот пират. Вот 70 камешков на халяву, а не какой-то, блядь, расходник. Никому не нужный. На розочку скин. Вот это вот островок. 200 сразу. Обычно осколки падают. Так, пакет. У нас все закрыто. Что у нас на рынке? Вот здесь можно посмотреть. Вот большой пак 2600. То есть чуть-чуть меньше, чем в два раза. Но, как видите, плюхи покруче. Так, поэтому на русском сервере можно набить в два раза больше самоцветов, нежели на других серваках. Но есть еще серваки покруче. Так, хорошо, с этим разобрались.
Давайте бесплаточку заберем. Надо ее забрать. Так, ну вроде все. Да, на немке пока ничего интересного такого нет. Засесть будет, квастики поделать, самики покопить. Я здесь, в принципе, мне надо, ну, максимум неделю 1200-2000 самов. Так, отлично, две сумочки забрали, поехали. 11 штук, довольно-таки неплохо, я вам скажу. 11 штук и того у меня. По героям 54 лисицы, 69 Мэри, 70 Зефир. Вот так вот. Неплохо. А Огника у меня уже 160 осколков. Осталось 40 осколков. Супер. Реально круто. Поехали дальше. Поехали чекнем, что у нас сегодня английский говорит. Да, халявные мешочки зефира. Это, конечно, классно. Зефир на сегодня один из таких самых топовых донатных героев, который должен быть на каждом аккаунте. На некоторых серваках... О, ничего себе, купон! Ребятушки, купонище у нас. Чик. Вот так вот. Что у нас по плюхам? Ну, есть купонище. Новый купон. Не знаю, какие плюхи, но, судя по всему, расходники, как обычно, кака. Напишите в комментах, кто вытаскивал купон. Я сейчас попробую еще, конечно. Вот. Sucking Treasure. А, это такие, я думал, это обычные сундуки. Они только здесь были. Бонусы, гемы, Treasure Chest. Вот тут вот акций намного больше. Такой же печальный. На немке классный. Вот, на немке реально классный. Пират. Так, окей, с этим разобрались. Поехали дальше. Забрать. Ну, купон. Бинго, остров. Ничего интересного нового нет. Что на рынке у нас? Они дешевеют, но подождем. Спешить все равно некуда. А, это мы на тестовом забрали. Сейчас мы перейдем. Блин, так по Рагальному что-то после этих обновлений начало переходить на аккаунты. Начало выкидывать. Просто делаешь сменку, оно не дает, выкидывает. Что-то они опять начудили. Может, сейчас повезет, на основе словим купон, посмотрим. Не, не повезло нам. В общем, ребят, кто вытащил купон на английском, напишите, какие награды. Хотя я сейчас еще, давайте еще попробую заскочить еще на один аккаунт. Сейчас выберем чей-то аккаунт с последних. Может, там повезет нам. Бля, опять сменка не работает. Короче, в сраку. Вот это вот connection fail, please check your network status, try again. Ну какое нафиг connection fail? Ну это только у IGG такая хрень есть. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Думаю, может, сегодня еще что-то засниму в чат рулетки интересного, если будет время. Всем удачи, всем пока.